Мої вітання з вами на одній хвилі. Аліна Чистосердова і телеканал «Рудана». Така собі презентація нашого ефіру «Наш швидкоруть». Але від того, як людина може себе показати у соціумі, залежить те, чи зможе вона знайти роботу, налагодити контакти, відстояти власну думку і взагалі досягти успіху. Мистецтво самопрезентації – про це ми сьогодні говоримо. У нас у гостях коуч та психолог і взагалі гарна дівчина Юлія Денисенко. Привіт! Дякую, що ти нас завітала. Спасибо. Юля, скажи, кажуть, що скромність – це шлях до бідності. Яка твоя думка з цього приводу і чи дійсно треба з нею боротися? Вопрос очень интересный и очень спорный, потому что сколько людей, столько и мнений, и по поводу скромности и привязки к бедности или к богатству. На самом деле можно разбирать по частям, что такое бедность или богатство, потому что это может быть финансовая сторона, может быть духовная, душевная. И, конечно же, скромность – это замечательная черта. Люди могут быть бедными из ложных своих убеждений, вот, да, то, во что они искренне верят. Но я знаю тех людей, которым скромность очень помогала. Скромность – это умеренность. Умеренно. То есть это разделять и не показывать сразу все свои таланты. Соответственно, скромным человеком быть иногда очень полезно. И я знаю тех людей, которые замечательно идут в бизнес, они процветают в финансовом плане. И скромность, она привлекает, она притягательна, потому что с ним приятно общаться. И нет вот этого какого-то внутреннего такого отторжения, невербально ведь чувствуется. Скромность – это умеренность, и необходимо это понимать для себя. А когда скромность есть... занадтою або зайвою. Лишняя скромность может быть, если она переплетается со страхами или блоками. Это можно рассматривать индивидуально. Если просмотреть историю человека, то можно посмотреть, что скромность является, как вот есть крайности, да? Необходимо везде держать золотую серединку, быть гармоничным, держать баланс. Если скромность уже начинает мешать и не взаимодействует лично, да, с человеком, то уже надо разбирать, возможно, это блоки, фобии, страхи, паника. Возможно, это путанное поняття – це не скромність, це індивідуально. А взагалі, як важливо себе презентувати у нашому такому вибагливому світі, де кожен бореться за своє місце під сонцем? По поводу самопрезентації. По поводу самопрезентації – це дуже важливий момент, тому що зараз потрібно бути універсальним, потрібно бути скоростним і швидким. І іноді від 2-хвилинного розмови, десь в ліфті з яким-то успішним чоловіком, залежить твоя кар'єра в майбутньому, якщо ти не можеш з ним поговорити повноцінно. И самопрезентация важна в каких-то бизнесах сетевых, маркетинг, продажи, торговля. Есть такие моменты рабочие, где самопрезентация не нужна, но опять-таки стоит помнить, что первое впечатление дважды не произведешь. Поэтому должна быть какая-то заготовочка. Здравствуйте, меня зовут Юлия, я помогаю делать вашу жизнь счастливее. И чтобы человек уже заинтересовался и было доверие к вам. Поэтому это важно. Есть специальные техники, которые позволяют сделать самопрезентацию. Замечательное время – это где-то 60-120, ну где-то 2 минутки по времени. Можно вместиться, заинтересовать. А чи багато взагалі людей до тебе звертаються, щоб навчитися самопрезентації? Чи, можливо, взагалі це від природи в когось? Есть от природы действительно таланты. Я думаю, что все мы видели, когда есть утренник, детский садик, 10 человек и один, который выделяется среди всех, ему не надо даже говорить. Там самопрезентация сразу по умолчанию. Часто люди обращаются именно по мотивации и по целям, по проработке, потому что уже легче себя презентовать, когда ты понимаешь, зачем ты делаешь какие-то вещи в жизни, к чему ты стремишься, какой ты хочешь конечный результат, соответственно, уже понимаешь, с какими задачами, да, какую миссию ты несешь. Конечно же, отталкиваясь от этой цепочки, уже можно разрабатывать моменты по самопрезентации. Да. Ну, обращаются чаще с другими вопросами. А як побороти бар'єр при спілкуванні з іншими? Часто нам доводиться з різними людьми спілкуватися. Не всі нам приємні, іноді і не хочеться шукати спільну мову, але доводиться, треба. По поводу барьеров. Вы знаете, вообще это замечательная штука.
Потому что если представить в картинке, что такое барьеры на дистанцию. У нас есть, да, вот, точка отсчета, я сейчас здесь. У нас есть дистанции, какие-то барьеры. Это могут быть общение с людьми, какие-то проблематичные моменты, какие-то страхи. Очень важно быть искренним и важно понимать, что ждет тебя за этими барьерами. Например, если есть ситуация, когда человек неприятен, с ним не хочется общаться, но он влияет на твою жизнь через работу. Это какой-то, может быть, директор, который вы не сходитесь характерами, да, темпераментами, а происходят барьеры некоторые. Конечно, необходимо понимать, что потом, и осознавать, надо ли вообще эти барьеры, да, как бы переходить, перепрыгивать, потому что барьер — это урок для нас, чтобы становиться сильнее и увереннее. Но если барьер, который нас разрушает, наше здоровье, наше моральное спокойствие, есть люди, которых стоит, в принципе, избегать, это те люди, которые наносят нам вред нашему характеру, нашей самооценке, нашему уважению. Поэтому необходимо разбираться, зачем и с кем. И вырабатывается линия поведения, это делается очень быстро, это несложно. А ми ще про це поговоримо. А зараз хотілося трохи забігти наперед і сказати про харизму. От герой нашої наступної рубрики, Дмитро Піскорський, письменник, він доволі харизматичний. Це ви можете побачити, якщо побачите нашу рубрику «Просту історію». Дмитро Піскорський почав писати в 13 років. Його приваблювали книжки у жанрі хорор. Свій перший психологічний трилер «Лінія шквалу» він видав у минулому році. Письменник вже працює над новим романом та просто ділиться секретами написання цікавих книжок. Мені цікаві темні аспекти людського сознання, людської психіки. Монстри, оборотні, вампіри, вони не страшні ні мені, ні читателю. Я вважаю, що люди страшны. Я не считаю, что существует такое понятие, как муза или вдохновение. Этими словами многие писатели просто пытаются очень быстро и коротко объяснить, каким образом к ним приходят идеи. На самом деле все начинается с простой идеи или образа, который ты видишь во сне или просто едя в маршрутке и так далее. Потом вокруг этого образа обрастает все тканью. Изредка я бренчу на гитаре, но это помогает собраться с мыслями. Вот. Хотя толком играть я на ней не умею, но это забавно. «Линия шквалу» — это повесть, которую я писал почти 3 года. Это огромный труд. Я не люблю вдаваться в морализаторство, копаться в каких-то остро-социальных проблемах. Я люблю рассказывать интересные истории. Если читатель переворачивает страницу за другой, то я считаю, что это уже успех. Конечно, есть определенные мысли и посылы, которые я влаживаю в текст. Но я стараюсь делать их неочевидными, потому что читатель всегда чувствует это, когда ему хотят что-то навязать, и читателю это не нравится. В «Линии шквалу» я постарался сделать так называемое двойное дно. То есть у нас есть основная канва истории и есть второе прочтение этой истории. По тексту я разбросал небольшие подсказки, и внимательный читатель, если он проанализирует все эти подсказки, книгу можно прочесть совершенно по-другому. Я стараюсь взять персонажей или персонажа, вбросить их в совершенно невероятную ситуацию, из которой, казалось бы, выхода вообще нет, и посмотреть, как они себя будут вести. Человек должен сделать какой-то ключевой выбор. Читатель любит просто интересную историю, и читатель любит хорошо прописанных персонажей. Литература денег мне не приносит, поэтому приходится работать. И работаю я, страшное непонятное название, дефектоскопист. Я работаю в промышленности. Я Дима Піскорський, и это моя простая история. Верненням у студію. Ми продовжуємо нашу бесіду. От ми казали за харизму. Вона є у багатьох відомих та видатних людей, тому до них тягнуться люди. Цю рису можна якось розвинути, чи вона лише від природи і все?
По поводу харизмы, замечательные есть рассуждения очень многих людей. И у кого не спросишь, я думаю, каждому знакомо человеку, когда спрашивают, что такое харизматичный человек, кто он такой, говорят, что зачастую такие люди даже не должны отличаться красотой, фигурой, умом, интеллектом, но от него такой идет свет, такой луч и энергетика, к которой хочется прикасаться. Актеры есть такие, очень много таких, которые, может быть, он, да, где-то нестандартно выглядит, но к нему так тянет, хочется просто поприсутствовать. По поводу харизмы, да, и природы. Вы знаете, я глубоко убеждена, что мы все рождаем уже с полным набором данных для качественного существования в этом мире и для счастья и радости. Поэтому, если харизму расценивать как, вот, например, в христианстве, есть такое обозначение, как дар Божий. Если расценивать харизму как дар, а дар можно развивать, потому что есть моменты, которые у нас изначально есть, вот таланты, да, есть моменты, которые можно найти. Люди учатся абсолютно всему, и если человек не харизматичен, он не должен расстраиваться, потому что, возможно, посредством детства, воспитания где-то в нем не раскрыли, либо наоборот задавили, закрыли моменты харизматичности, и можно их развивать. Пишутся списки, делаются специальные упражнения, и самое главное в харизматичности человека – это именно энергия, да, вот это как свет. Ты его чувствуешь, ощущаешь, только ты потрогать не можешь. Харизму можно развивать, и главный момент в харизме – это наслаждение от себя в процессе своих талантов. Когда ты чем-то занимаешься, ты наслаждаешься, людям не надо говорить, они это чувствуют. Если идет человек, который любит свою жизнь, который любит себя, который, он просто улыбается, несет свет, к нему хочется стать рядом, постоять, и ты уже потом не знаешь, куда тебе бежать, ты уже заряжен, ты уже полностью. Это харизма, и ее можно развивать однозначно. Природа заложена в каждом человеке, не в каждом раскрыта. Ще багато чого залежить від віри в себе. Але це доволі буває так складно. Чи є якийсь рецепт такої безсумнівної віри в себе? Вера – это момент, который является базой, потому что говорят, что даже там, где уже нет надежды, да, вера творит чудеса. Вера – это момент для каждого свой, потому что кто-то молится, кто-то верит, кто-то просто читает аффирмации. Другой вопрос – вера в себя, в собственные силы, потому что можно верить, да, в Творца, можно верить в чудо, можно верить в то, что мы полетим все в космос скоро. Вера в себя – это очень важный момент, очень главный момент. И от веры в себя зависит путь, который пройдет человек. Очень часто люди не используют свои потенциальные ресурсы из-за того, что у них не развито это качество. Вера – это, ну, на простом примере, как съесть большого слона. Это замечательная практика по маленьким кусочкам. Как поверить в себя много? Во-первых, решить, что я с сегодняшнего дня верю в себя, а во-вторых, начать по кусочкам, маленькими победами, и желательно убирать из своего окружения тех людей, которые в тебя не верят и говорят, ой, ты сегодня какой-то, и то, и то, и то. Есть много людей, которые не заинтересованы в личностном росте, лично вашем. Поэтому изначально мы окружаем себя людьми, которые в себя верят. Мы берем какой-то пример, который уже достиг того результата, который для нас важен. Он верил в себя. И мы начинаем, ну вот, если мягко сказать, повторять, да, какие-то моменты. И вера в себя очень сильно подкреплена маленькими победами. Вот ты поставил себе цель пробежать километр. Ты пробежал, ты запечатлил, ты сфоткался, ты это все показал своим друзьям, и вера начинает расти. Веру можно взращивать, ее нужно взращивать. И на самом деле сейчас это вопрос очень глобальный. Я бы рекомендовала, особенно родителям, верить в своих деток, потому что человек, он формирует веру в детстве. Обязательно верить в чудо, верить в себя. Обязательно. Дякую, Юля. Мы пока идем далее. Часто для того, щоб казатися кращими, ніж ми є насправді, ми купуємо дорогі гаджети. Саме про них, про смартфони, наші постійні супутники, наша рубрика «Економ-клас». Без смартфону людину вже складно уявити. Коштувати гаджет може і 2 тисячі, а може і всі 15. Хтось хоче підкреслити телефоном свій статус, а комусь потрібний зручний засіб комунікацій. Розберемо найпоширеніші характеристики, за якими користувачі обирають телефони.
камера. Телефон за 3000 может обладать там камерой, да, 5 мегапикселей или же 8, то телефоны за 13 или за 20 тысяч это будет, ну, камера на 13 мегапикселей, либо же на 21. Цена. Айфон или Samsung, они, конечно, будут все равно ставить цену дороже за счет того, что они уже намного дольше на рынке. А есть новые бренды, такие как, допустим, Nomi или Xiaomi, они, конечно же, не будут ставить еще такую, ну, большую цену, скажем, для своих устройств. Обслуговывание. Сервисные центры, вот у некоторых новых брендов, таких как, допустим, Xiaomi или еще какие-то, типа Meizu, у них не всегда есть, ну, сертифицированные сервисные центры, ну, допустим, у нас в городе. А те же самые Samsung и более проверенные бренды, они уже обладают, у них есть сервисные центры какие-то. Термин эксплуатации. Айфоны еще часто берут за счет того, что они служат долго, то есть 3 или 4 года. Процент брака есть у всех брендов, скажем так. То есть где-то он просто больше, где-то он меньше. Конечно же, телефоны, которые подешевле, да, срок эксплуатации может быть меньше. Но, в принципе, ломаются все телефоны. Якість зв'язку. Качество связи, в принципе, сейчас у всех брендов, оно почти наравне. То есть там бренд, допустим, такой, как Samsung, он, конечно, будет отличаться своими радиомодулями, которые не вставляют в свои телефоны. То есть, конечно же, за городом будет чуть-чуть лучше ловить. Но, тем не менее, это люди, как правило, за таким уже часто не замечают. То есть бывает только что клиент придет и скажет, мне надо, чтобы за городом очень хорошо ловило, и все. А так, в принципе, люди не уделяют особо этому внимания. Интернет-серфинг та игры. Тут много зависит от характеристик телефонов. То есть, понятно, что если там оперативы 512 или гигабайт, то есть, если вы загружаете телефон интернет-серфингом, там мало того, что вы там социальными сетями пользуетесь, там еще скайпом, конечно же, телефон будет достаточно тяжело. Тут уже надо выбирать не по цене, а по характеристикам. Стойкость до ударов. Если вы два телефона вот подешевле или iPhone, допустим, сбросите с 5 этажа, они одинаково разобьются. Это понятное дело. Но тут больше нужно смотреть не на удар, а прочность, а на ремонтопригодность. То есть, что можно будет починить, а что нет. Чи можно сэкономить на гаджеті, залежить лише від ваших потреб та бажань. І знову з поверненням у студію ми продовжуємо. Юрію, часто наші дії, думки, вчинки піддаються критиці. Ну, такий у нас час, таке у нас людство. Це можуть бути твої рідні, друзі або просто хейтери. Як правильно реагувати на критику? Ви знаєте, в зв'язку з тим, що зачастую, починаючи з дитячого періоду, критика розцінюється, як мене наругали, у человека складывается неправильный автоматический такой механизм, что критика – это очень плохо. Критика – я плохой, критика – мне больно, критика – я неправильный. Это ложное убеждение. На самом деле критика – это очень полезная вещь в некоторых ситуациях. Например, если есть человек в окружении, который уже имеет результаты, который имеет статусность, который может помочь, если он говорит тебе о том, что подправь вот здесь, здесь ты не очень, и здесь как-то не получается, достаточно неразумно обижаться, потому что человек хочет помочь, и если он об этом бы не сказал, тогда, например, я бы не задумалась о том, что я где-то ошибаюсь. То есть за критику имеет смысл говорить спасибо, потому что через неприятные моменты проговора человек становится лучше. Другие моменты, если критикуют в плане уже с осуждением, уже разрушая твое состояние, твою веру, твою личность, от такой критики можно избегать, но смотря на человека. Конечно, если этот человек не имеет большого значения в жизни. Но зачастую критикуют еще родители, критикуют наши супруги. Супруги очень часто, чаще, чем родители. Тогда необходимо посмотреть на себя и спросить, чем я вызываю такую реакцию. Если ты согласен с тем, что вот здесь это имеет место быть, ты говоришь спасибо за критику и идешь работать над собой, ты становишься лучше. Если тебе, ты послушал, задал вопрос, в чем критика ко мне, где я ошибаюсь, и у тебя не резонирует, тогда даже не появляется моментов обиды, либо моментов злости и агрессии. Ты говоришь спасибо большое, это твое мнение, для меня оно ценно. Ты можешь сказать еще, что я подумаю, но обижаться на критику – это, конечно же, ваш момент, который не проработан внутри. Если вам говорят о том, что подумай, ты здесь не прав, если у тебя бурная реакция, то ты действительно не прав. И лучше в этот момент глубоко вдохнуть, глубоко выдохнуть, замолчать, сказать спасибо и идти думать над своим поведением. Критика очень даже положительно влияет на жизнь человека. Посмотреть под другим углом. Бывает такое, что тебя покритикуют, да, и ты как-то падаешь духом.
Иногда еще такое бывает. Конечно. В таких моментах есть замечательное упражнение, его легко сделать. Когда тебя покритиковали, может быть, какие-то там лунные дни, дождик, погода плохая. Может быть, человек встал не с той ноги, и он, в принципе, тебя не хотел касаться. Но ты попался под горячую руку, как говорят у нас, да, в простонародье. Поэтому, если тебя закритиковали, тебе очень обидно, тебе очень грустно, ты можешь себя поплакать, пожалеть осознанно. Главное сказать: мне так обидно, меня обидели. То есть это же, ну, какие-то моменты, мы же эмоциональные, то есть мы искренние. И если ты не хочешь задерживаться в этом состоянии, но чувствуешь, что еще часа два, и это будет неделя депрессии, то классная техника – звонок другу. Ты звонишь другу, который тебя поддержит, который веселый, который юморной. Ты звонишь, и от одного его: «Алло, привет, как ты?» Все, не остается даже доли сомнения. Здесь, да, там тебя поддали критике, там тебя похвалили, и оно сглаживается. Но обязательно задавайте вопрос, почему это так обижает. Обязательно. Дякую, Юля. На жаль, час нашего эфира уже добегает кінця. Дякую, що завітала. Було доволі цікаво. А вам бажаю залишатися на одній хвилі тільки з позитивними емоціями і бути такими, яким вам хочеться. На все добре!